чинно, благородно спускаемся. Нет, не спускаемся. Кайл что-то отмену врубил. Вот так вот. Аве, вы смотрите Perpetuus Play. Меня зовут Саша, а это Dying Light. Если вы ждете новую серию по Dying Light, обязательно ставьте лайк и пишите комментарии, потому что именно от таких ваших взаимодействий и зависит, как часто выходит та или иная игра на канале. А мы с Мишкой в засаде. Уже практически утро, но все-таки здесь куча всякого отребья бродит. Вот, и это, кстати, интересная возможность проверить этот трюк с французским ключом. Может быть, он с обычным сработает, но с французским, мне кажется, будет прикольнее. Давайте попробуем. Надо его сначала в руки взять. Так. Где тут эти твари бродят? Бродили ближе, но... Вы же понимаете, один удар и все, да? Так. И что, не сработало? Странно, я вроде как на него прыгнул. Вероятно, не хватало высоты, да? А ну-ка так! А что не работает-то? С этими дядями не срабатывает, что ли? Что за херня? Это странно. Этот удар не срабатывает с этими дядями? Он вообще так срабатывает? Может, потому что... Да нет, ключ только что сломался. Нет, давайте его поремонтируем. Попробуем на обычных зомбях. Вероятно, этих я не могу так врубенить. Давайте попробуем на обычных зомбях. Вот на этом, например. Птица высокого полета. Но это немножко не то. Что? Наверное, не тот ключ, да? Наверное. Наверное, нужно обычный. Обычный разводной. Французский, видимо, не подходит. Сейчас попробуем. Я сам еще не знаю, что я делаю, но что-то делаю. Не знаю. Серьезно. Как бы это немножко не то, что я хотел добиться, но... Наверное, что-то делаю не так. Наверняка. Там типа какая-то должна быть ачивка и какая-то... Фигня должна вообще случиться. Может, это вообще не тот разводной ключ? Не, у них просто ломаются головы, и как бы это вообще не то. Странно, если честно. Я думал, все именно так. Нет, это вообще не то достижение. Это... Не знаю, ребят, напишите, что я делаю не так, потому что что-то я точно делаю не так. Мне, между прочим, про этот ключ написало несколько человек. Ну, на протяжении всего прохождения писали люди, но все-таки. Ладно, отложим это на потом. Я их, как бы, думал разобрать, если все удастся. Но давайте не будем пока. Не знаю. Что топориком горца, что не топориком горца. Все едино. Да ведь? Да. Хрен знает. Разбираться надо. Я... Пока не знаю, в чем дело. Мы вообще бежим же тут, как бы, задание выполнять. Аппаратуру искать. Да. Без... А тут даже... Только хотел сказать, без кошки никак не допрыгнешь. Тут и с кошкой не допрыгнешь, да? Надо по этим фиговинам лезть. Давайте. Мне писали, что я мог бы... При помощи этого троса спуститься туда. Еще тогда, когда в самом начале сюда залазил, но... Но я думал, кошкой можно и так просто перебраться. Просто странно. Почему? Почему Кайлуха не зацепился ты, а? Сейчас съедят нахрен! Кстати, интересно, эти полицейские машины наполнились заново или нет? Что произошло? Почему он не зацепился? Давайте дубль 2. Ну? Вот. Странный ты, Кайл. Смерти хочешь, видимо. Так. Мне надо чуть повыше залезть, и тогда...
Все будет, потому что отсюда я... А нет, могу. Все нормально, все нормально. Так, мне же к этим проводам. Ох, на секунду мне показалось, что... Не долетим. Так, 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 туда нет. Туда нет. Вот здесь вот есть провод. Я думаю, по нему можно. Крепление, неважно. А может и можно башку разбить, я не знаю. Он зацепится, не... Давайте повыше залезу, а? Там вроде как удобнее просто. Ладно, Кайл. Сейчас обойдем. Сейчас все будет. Что-то я как-то неуверенно себя чувствую на такой высоте. Обычно у меня не наблюдалось боязнь никакой. Так, как залезть туда повыше? Ну вот, вот, вот. Чинно, благородно спускаемся. Нет, не спускаемся. Кайл что-то отмену врубил. А я все делал правильно. Быть может, надо было еще разок нажать на пробел? Да блин, обидно как-то. Какого хрена? Кайл, что это нахрен, мать твою, с такой, такое случилось с тобой? Что тебе, мать твою, помешало, а? Может быть, ему, типа, не с руки здесь? Давай еще раз. Это уже дело принципа. Ну, короче, он, знаете, видимо, в начале игры, в первой половине, я его... Ну, настолько часто убивал, что он привык, и ему понравилось, он втянулся, что ли. Зомбятинки здесь прям куча. А также тут куча машинок интересных. Очень трудно. Пришел. Ну, очевидно, надо их всех переколбасить, да? Нет! Давайте. Ну, машину надо вскрывать просто. Это просто надо. А то топорик-то уже не резиновый. Скоро и заканчиваться станет. Тем более здесь можно в футбол поиграть. Этот что-то на крышу полез, они обычно только на багажник да на капот. Я сейчас доиграюсь, да? Они со всех сторон полезут, и я... Но не, они организованно залазят. Все хорошо. Ребята, сползаемся все. Давайте, не? Кайл, ты так не делай, пожалуйста. Это же может плохо кончиться. Ты можешь кончиться, Кайл. Ты же понимаешь это? По-моему, Кайл немножко не в курсе. Ну, в принципе... Ходи. Угу. Тихо. Во. С той стороны они там застопорились. Ой, извини, извини, извини. Сейчас я поправлю. Оп. Так нормально. Ребята не могут вот прям кучей пойти, а? Давайте отсюда их приманим. Вот все-таки, потому что как-то... Машинки-то я вскрыть хочу. А буду стрелять, новые набегут. Что такое? Во. Угу. И причем это самый четкий метод их перебить, я считаю. Ну там вроде одна осталась. Давай, 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 молодец. Следующий. Там, правда, по-моему, они не кончаются. Там машины, и они из-под машин вылазят. И абсолютно не заканчиваются. Но попробовать стоит. А там еще и мужик. Здоровый. Все? Нет, все еще идут. Ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем. Удобно, кстати. Удобно с этой фичей. ХЗ, может быть, успею открыть хоть легкую. Хотя очень сложный замок мне тоже. Серьезно, легкий, да?
Да, 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 я все знаю. Легкий замок. Он легкий только когда не очкуешь. Что ж такое? А здесь парни с палками. Так, мамзеля, ты куда это? Ты чё это? Наш матч продолжается. Да? Полный стадион народу, да? Время начинать матч. Хотя мы его продолжаем. Давай. Есть. Воу! Это я не доследил. Нормально. Все окей. Менты так и прут. Серьезно. Это ж какой уровень здесь преступности-то был? Что во всей игре их меньше, чем здесь. На одном квадратном метре. Издевайтесь, да, твари? Но сейчас тебя устрою. Эй, куда башку дел? Все? Ну, вроде все. Менты закончились. Можно спокойно взломать этот легкий замок. Да, он легкий, когда никого нет рядом. Да как она так меня вычислила, а? Малая, давай так с тобой, а? Ну, явно она с другом, да? Нет. Так, а вот здесь вот я рассчитываю на что-то более-менее интересное. Может быть, даже огнестрельное. О! Тихо. Нащупал. И? Да. Угу. Интересное огнестрельное. Ну, конечно, я соберу. А вдруг алкашка будет? Это все не то, это все не то. Это, ну, может, продадим. О, алкоголь. Идут, да? Я чувствую. Я же говорю, я чувствую. Повышение уровня ловкости, да. Мы тут столько голов забили, что, конечно, тут уже уровень ловкости должен повыситься был, да? Ведь. Или это он их к смерти приговаривает, не знаю. Одно из двух. Главное забить гол. Ну, почему она не давалась-то, а? Я еще не знаю, этой херней мне и заниматься-то не надо, по сути. Я просто хотел собрать с них алкашку, потому что у меня траблы с этим. С аптечками. Ну куда ты зарезала, а? Давайте по одному. Я это сделаю, потому что какого хрена? Давайте, ребята, давайте. Во. Да ты дерзкий. Вот эти с желтыми головами, это самый жир. Слушайте, а все-таки я практически всех и переколбасил здесь. Как ни странно. Топорик просто жалею. Пока что. Там есть этот клевец хренов, но он такое. Он медленный. Пока тела разлагаются, я соберусь здесь. Икс. Прям, знаете, еще и дубинки, ну, разломаем. Разберем. Во, алкашка была вроде как. Давайте с дубинками решим, а то что-то их накопилось. Прям через край. Вот. Отлично. И последнее, да. Военные мачете, я уверен, можно разобрать как говно. Вот этот замечательный античный клевец, мы его потом как-нибудь тоже... Как-то я пропустил... Ладно, эту хрень в качели. Как я алкоголь пропустил, непонятно. А он нам очень даже нужен. Да, 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 да. Так. Я думаю... 3-4 бутылки я просто не смотрю. Может даже и 6, и 7. Точно, наверное, около 6-7 бутылок мы наклепали здесь. И это был последний алкоголь, да? Сколько? Сколько я могу сделать аптечек? Во, 31, отлично, прям замечательно. Поехали выполнять задание. Так, 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 так. А вот эту полицейскую мне тоже вскрыть? Или это будет невозможно? Не, не, не.
Но как бы я и смысла не вижу. Там какая-то хрень вываливается из них. Вообще говнище. А эта фигня прям там, да? Угу. Наверное, перемотаемся. Да, Кайлик? А то убьют только так. Хорошо. Подожди. А вот этому горящему голову уже взорвем. Правильно ведь? Давай. По первой. Откуда он взялся? Ну что, из-под машины выпал, что ли? Ну, может быть. Подставишь? Жбан. Да, я загорюсь, ничего страшного. Оно того стоило. Так. Ну ладно, давайте. Немножко поорудуем. Топориком, блин. Как они четко умеют пригнуться. Помер. Слушайте, аптечка. Просто так валяется аптечка, нифига себе. Да это здесь такого никогда не было. Главное по баллону не попасть. Сбегутся ж только так. Все. Отмучился. Там народец, тут народец. Чего они так медленно... простой молот. Почему они так медленно транклюкируются в предметы? Скажем так. Что это за дела такие? Надо быстрее. Машины, конечно, я вскрою. Те, которые без зомби... Машина, так точно надо вскрывать. Что-то какая-то пошла канитель с ними, да? Я тебя слышал. Я тебя слышал. Серьезно. Спокойно. Собрались. Где там это? Такое ощущение, что уже все перепробовал. Бывает. Спокойно. Кайл, ты же можешь взламывать. Во. Я тебя в первый раз-то пропустил. Окей. Что делаешь? Алло. Дядь, откуда ты вообще взялся здесь? Здесь же никого не было. Они явно вылазят из-под машины. Ну окей, ладно, хорошо, возьмем. Стан, берем. Явно из-под машин. Но они очень-очень слабенькие. Если они зайдут со спины. Как она меня ударила, я не знаю. Как-то ударила. Хорошо. Окей. Я думаю, успеем. А может и нет. Газированный. Это все из-за тебя, ты понимаешь? Ой. Знаете, реально меньше топору будет ущерба от вот такого. Тем более, что он сразу умирает. Или... Или это типа много снимает у оружия крепости, прочности. По-моему, нет. Странные звуки здесь у нас вокруг. Окей, окей. Не, я понимаю. Называется вовремя обернулся. Слышу, какая-то хрень происходит, а? Дядь. Интересно, схватил бы он меня двумя руками, учитывая, что у него только одна. А? Дядя, падай. 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 О, все. Как она укусила? Я уже замахнулся же. Как это у них так работает? И лезут. Посмотрите, везде главное лезут. Отовсюду. Как это получается у них? Хрен пойми. А Кайл устает. А, ты поблевать решил, да? Да я тебе шею сверну, что ли. Во. Спокойно, парни. Спокойно. Угу. Ты последний. Ты, блин, последний.
из зомби-камеры. Как же этому удается-то, а? Надо шею сворачивать за такое, да? Надо. Все, я потом соберу. Дайте вскрыть замок-то этот. Невскрываемый. Почему? Окей. Не, я и раньше замечал, что эти полицейские замки, они самые классные. Ну, зачем же ты подошел, а? Ну, зачем же ты подошел? Ну, падай же нахрен. Нет. Все, понеслась. Да или нет? Или здесь далеко слишком? ЭЗ. Какая-то тварь идет. Ну, это типа обычная тварь. Жаль, он так просто не может с наскоку рубануть. По идее, мог бы. Не, ну это как-то слишком, чересчур, да? Дядя, залазь. Типа один прибежал на зов. Ладно. Сейчас мы все вскроем. Точнее, откроем. О, яростный клевец. Ну вот яростный клевец, это уже кое-что. Хотя, конечно, рыженький получше было бы. Но его, если апгрейдить, то только треху. Я имею в виду, если три апгрейда есть, возможно запихнуть, тогда классно. А так, три улучшения, во, четыре ремонта. Очень даже ничего такое. Дело. Я думаю, стоит его улучшить. Давайте посмотрим, что из него выйдет. Яд бегуна или светомузыка. Ядовитая жатка. Чего мне не хватает здесь? А, это на двуручное, как я понимаю, да? Или нет? Не совсем. У меня подходящего нет. Хорошо, давайте из яда бегуна сделаем. Угу. Плюс 61. Ну, неплохо, в принципе, да? Давайте сделаем. Окей. Я думаю, что если я его сейчас сделаю, то обязательно найду что-нибудь еще и получше. Так, но если уже улучшать, то улучшать по полной. Кстати, сейчас как он? Это 348, это 365, но здесь определенно точно обращение выигрывает. А сможем добить обращение? Так, так, так. Короля не хочу пока сюда вставлять. Прочность. Вот, рыцарь. Чемпиона можно было бы, в принципе, засунуть, но обращение только 12 от него. А что тут дает два обращения, а? Ну, кроме короля. Варвар, кстати, неплохая. Неплохая штучка. Бартер. Бретер. Не знаю, почему я его постоянно бартером называю. Ну, либо эту хрень, но... Нет, наверное, варвара. Потом чемпиона. А чемпион еще один у меня есть? Нет? Обращение все равно будет меньше. Зато урон неплохой. И прочность неплохая. А если все-таки этого бретера засунуть? Нет, я думаю, все-таки... Все-таки чемпиона. Наверное. Пусть будет. Ну, типа... Годно получается. Утверждаем, хорошо. Окей, не так часто я что-то делаю. Новое. Ну и давайте сразу им попользуемся. Посмотрим. 457 все-таки. 79. Он медленнее будет орудоваться, но... Я думаю, стоило того. Чуть медленнее, но урон-то больше. Может, будет иметь смысл. И я думаю, что
так как машинки мы все облутали, нет, не все. А, тут тоже можно зайти. Я думал с той стороны подобраться, но... Раз тут тоже можно, давайте с этой стороны. Нам просто надо туда, там желтая зона. Вот. Одна, да? Ну, ладно. Одной аптечки я тоже рад. Что там? О! Комплект из одной аптечки, да? Ну, в принципе, это прикольно. Че тут аптечки поперли? Здесь типа какая-то карантинная зона, видимо, была. И все дела. И белый ящик, надо же. Толга, это Крейн. Да, Толга. Это Крейн, я вашу хрень нашел. Локатор, он нам сейчас не нужен. Кто тебе об этом просил? С чего ты это придумал? Отвали от радио, Фатин. Скажите, когда он понадобится. Конец связи. Может просто вернуться и перестрелить их, а? Ну, серьезно. У ребят очень тяжелая жизнь. Я думаю, надо облегчить им страдания и тупо пристрелить. Ясно. Дальше у нас мост чистый и все дела. Так, здесь может быть какой-нибудь чертеж? Или нет? Ладно, голый автобус. Сейчас мы еще туда пройдемся. Там явно что-то интересное должно быть. К тому же на карте отмечена какая-то рыжая черепуха со звездами. Это где она вообще? А, это она же здесь. Это испытание мясник. Да, надо будет из-за испытаний эти взяться. У нас вообще море делов. Море дел. Да. То я умудряюсь за 10 серий ни одной не сломать. Взламывая при этом. Но бывает и наоборот. Так. А так и знал. Вот так и знал. Достаточно найти одну неплохую вещь, проапгрейдить ее, как сразу появится что-то лучше. Да ладно. Чуть. Я тут поторопился, я знаю. Да, да. Вот. Он мне дышит в спину просто. Странно, он дышит в спину, как будто рядом, а на самом деле далеко. Грубая бейсбольная бита. Я бы не назвал это бейсбольной битой, но ладно. А я думал, сдох. Нет. Ну херня это. Да как это? Алло. Какой-то был неубиваемый. Так, а что с этой палкой-то делать? Она, в принципе, очень даже неплоха. Обращение у нее шикарное. И у нее 3 улучшения. В принципе, я мог бы в нее засандалить и... Да ты что? Да ты что? Он помер от яда? Нет. Показалось. Слушайте, но вообще-то имеет значение. Вроде как соточка, а значение это имеет. Так, спокойно. Я не понял, почему парни начали набегать. В таком количестве. Дай тебе башку сверну. Что случилось-то? Повышение уровня силы. Ну, это понятно. Я думаю, проапгрейдить ее, эту палку. А ее можно вот тем вот другим апгрейдом нашим? Нет, нельзя. А ее нельзя и таким. Нет. У меня там есть еще парочка, но... Как бы... Дай зайти за спину, а, тебе? Нет? Чего они начали сбегаться? Давайте глянем все-таки. Раз уж такая харвестерная получается серия, то... Так, светомузыка. Можно светомузыку сделать? Что, суки, не ждали? Можно сделать. А что тут, суки, не ждали-то? Плюс 68. Он меня сейчас грохнет, да?
Полечимся. Полечимся. Окей. Ладно, парни, давайте не будем долго, да? Ага. Ну, посмотрите, какая дерзкая. Заклюю же. Клевцом. Почему они сюда сбегаются? С какого перепуга? Это типа только добежали от того взрыва? Может быть, но... Странно. В принципе, неплохая дубина получается. Но она получается неплохая, а ровно... На уровне... этого самого клевца. А если я аккуратненько подкрадусь, он меня услышит или нет? Шею можно свернуть так? Да нет, он меня, конечно же, услышит. Чара. А я думал шею свернуть просто. Нет, сюда, конечно же, нельзя, да. И все-таки, я сейчас думаю над тем, чтобы ее проапгрейдить все-таки. Мало ли. Ну, давайте обыщем мост сначала, а потом подумаем. Че к чему, поглядим еще. Показалось, ничего там нету. Марли мы здесь наберем. Это точно. Аптечек, давай еще одну вкачаем. Да, это Крейн. Это Крейн вскрыл. А это я и проглядел. Хотя здесь бывают вещи получше, чем в машинах. Ментовских. По идее. Но что-то вот мне с этими бейсбольными битами, они мне совершенно не нравятся. Какого хрена мне их постоянно дают? Да-да-да, у нас есть, есть, есть. Все у нас есть. Марля по-прежнему, ну, пригодится, хотя мне ее дофига. Ага, окей. Я тут такого харвестера устроил, просто капец. Прям по всем фронтам. О, ну наконец-то. Сколько там было их? Одна. Фигня, конечно, эти комплекты слабенькие, но ладно. Хоть что-то. Так обычно вообще ни хера не нахожу аптечек. Только в амбулянчик. А тут такой подарок судьбы. Тоже одна. Хотя вроде пачка была. О, еще одна. Ну, неплохо, знаете, неплохо. Хорошо, что я тогда тут сюда не спустился. Хорошенько так. Затарились. Крейны чем? Здесь что-то будет? Нет. Нет, 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 нет. И там бардачки никакие не вскрываются, нифига нету. Ну, в принципе, можно убить большого дядю. А где он еще? Он же где-то здесь лазил. Странно, я помню, что он был здесь. Давайте свернем шею горящему зомби. Такого Кайл еще не делал. Это, конечно, сумасбродно, но ладно. Они фиг... перелезут. Это он взорвался или что такое случилось? Мне нравится, что оно их травит. Как минимум, оно замедляет. И это круто. И чего они начали так сюда ломиться? Ну ладно, давайте здесь. Ага. Уже слышу. Уже напирают. Да. Дядя. А та быстроногая добежала, нет? Очень странно. Видимо, она не может пробиться. Они как хомячки здесь шарятся. В лабиринте. Чё такое? Давай следующего. Угу. Тут буквально еще пара человек. Нет, они все-таки здесь не появляются. Их просто здесь было до хрена. Перелазь, конечно, перелазь. Конечно. Давай. Все? Там вроде еще кто-то был, но, по-моему, меня не заметил. Будем слушать, если что. Да ладно.
такое? Чего они все такие трудные стали? Окей, это единственная была сторона, которую я не попробовал. Но хорошо. Яростный, да? Здоровяк. Надо бы вообще поглядеть, сколько у меня там этих улучшений, прежде чем их всовывать. Воу! Подождите. Я не на тачке. Между прочим, заметили, на полицейских машинах лучше всего убивается зомби. Это как-то связано? Думаю, да. Ну, вроде никого. Не знаю. Да ладно. Хорошо, это была не та сторона. Да как же так это? Это была подстава! Слушайте. Не, прям реально очень трудно. Хрена себе, Крейн, тут... Оооо. Ну как же так? Как же так просто? Нет, я все понимаю, но, блин, ну почему же это? Она же в 10 раз хуже, чем моя. Почему я ее до сих пор нахожу? Это пустыня хренова. Или она просто выглядит как-то иначе? Ну, дайте хоть поглядеть. Ну, типа, покрас, потраханный жизнью, это... На самом деле, это ни хрена не значит, серьезно. Это ни хрена не значит. Может быть, потому что я так думаю, так... Я и в контроль не люблю играть. Настолько не люблю, что никогда не играл. Ну, потому что... То, что сейчас с этими скинами творится, я просто не представляю. Ладно, эту тачку не вскроем. Или вскроем. Может, тут что-то самое вкусное будет, а? Ладно, давайте попробуем. Давайте. Попробуем вскрыть. Надо бы взять только клевец. Если рубиться придется. Пошла нахрен. Будем рубить этих. Здесь сейчас будет жарко. Малая, иди в задницу. А как это он залез сюда? Через ту машину? Молодец. Крейнище, так не делай, пожалуйста. А то этот матч станет для тебя последним. Я думаю, быстро это закончится. Если серьезно, я думаю, эту серию просто YouTube нахрен забанит сразу. Столько зомби я еще ни разу не убивал. Поэтому эта серия будет просто вне закона. Суки. Ну что, кто? Они там столпились и не могут залезть. Стоять, стоять, тебя ловлю. Так, ты залезла? Молодец. А ты? Нет? Ты да? Ты нет? Ты нет? Ты да? Надо все-таки спокойно, размеренно, не торопясь. А Крейн прям хочет меня подставить. Пошла нафиг. Ха, стой. Твоя очередь была. Я думал, вырубану. Так, все нормально, да? Все под контролем. Воу! Окей, окей. Суки. Голов столько много, что всех забить прям времени не хватает. Но это четко. А все ради той машины. Знаете почему? Потому что, ну а хрен знает, может там самое козырное оружие из всех, которые я здесь нашел. За сегодня. Че надо? Че, блин, надо? Отвали. Не умеешь залазить? Не берись. Во, вот так надо, как малая. Блин, не так. Вот так. Дался им этот капот несчастный, серьезно. Дался им этот капот. Они уже кровью своей залили его просто. Мне начинает казаться, что они прибывают. Нет? ХЗ. Типа, ну, режим Харвестера. Типа, я его не включал никогда, а тут прям решил оторваться. Тем более, вроде как у них нету подпитки. Но это опять-таки только кажется так.
Они появляются и появляются все новые и новые. Сейчас уже с багажника начнут лезть. Это будет, конечно, жестко. Иди нафиг. Слушайте, а мне кажется, или дают опыта больше со временем? Уже по 600 дают. Или это потому, что я уровень поднял? Отвали, малая. По 540 же вроде было. За обычных зомбинаторов. Капец здесь будет, конечно, алкашки. Я рассчитываю именно на нее. Да, они все сюда пришли. И все здесь и померли. Самый долгий матч в истории Крейна. Футбольный, но все-таки. Ну что, давай, давай. Твою мать, ты че? Приглашение надо, что ли? Что там было? Что он там писал? Хрен знает, что он писал там. Какого хрена ты делаешь, Крейн? Мы же могли ее убить. О! Спокойно. И тебе тогда? Окей. Давайте пока трупы разлагаться будут, вскроем машинку. Проверил, просто проверил, потому что... Паранойя? Паранойя. В определенный момент здесь надо вести мышкой вверх, а не вниз. Ну, ладно. В общем, я думаю, вы без меня это знаете. Мне очень удобно просто. Придумали. Интересно, как... На геймпаде. Я опять пропустил его, да? Где-то. Странно просто. Не, ну явно не левая сторона, да? Может, игра специально так делает, да? Чтобы все трупаки разложились уже. О! Да ладно! Ну, наконец-то! Один из самых сложных замков и... Оранжевая? Нет, обычная. Эрня. Инвентарь заполнен. Ну, да, такое дело. Давайте глянем, сколько у меня там вообще этих прибамбасов. Так, два короля, но это мы бережем на что-то самое-самое элитное. Наемник, убийца, питбуль, титан. Это говно. Убийца, рыцарь. На самом деле у нас осталось, остался еще варвар. Берсерк. Неплохо. Но этой хреновине понадобятся другие, но она будет не лучше. Она будет примерно такая же, потому что по время помноженное на урон. Я имею в виду время удара. А что там? Мясник, поговоришь, Джеффри. Нет, подождите, а? А с теми придурками больше не надо связываться, говорить? Никак? Наверное, нет. Окей, давайте соберем. Харвест прям жесткий сейчас пошел, посмотрите. Со времен Дюны не было такого харвеста. Это просто урожай. Показалось, что живой. Нет. Просто еще не разложился. А может быть, на машинах они не трансклюкируются. До хрена. До хрена, и это гуд. Пополняем запасы алкоголя, называется. Потому что, я не знаю, наверное, штук 15 или 20 бутылок потратил. Да, он не это самое. Не разбирается. В той миссии. Тюрягой. Все? Это все, что мы могли? Мне все мало. Харвестить так по полной. Но вроде все окей. Ладно, и эту машину даже можно... Не, нельзя.
эту машину вскрыть невозможно. Что ж, очень странное задание получилось, но явно они объявятся, эти придурки. А также, Интересно теперь, как мне обратно-то слезть? А, он здесь цепляется? Только что вроде был. Почему здесь кошка не берет? Это, конечно... Ну, я понимаю, игра, типа, таким образом меня отговаривает. И вообще интересно, я полностью уверен, что я зайду в игру и буду уже на той стороне. Но интересно, как отсюда? С такой высоты, по-моему, вода будет камнем. А как перебираться? Фиг знает. Не, это он... Эта кошка цепляется за эти края. А может быть, действительно здесь за край? Нет. Нет. М-м-м. Ну, короче, хрен его знает. Если я буду здесь, то, наверное, будет весело выбираться. Ну, мне кажется, нет. Достаточно будет один раз тупо спрыгнуть, сброситься вниз, и все. И харе балдеть. Крейн помрет. Давайте его прокачаем. 20-й же уровень набили. Ой, и тут еще что-то. Так, ну, отместка. Окей, пусть будет отместка. Осталось буквально 2 уровня. Хорошо. Здесь. Ну, давайте уже разовьем знатока по полной. Вихрь. Я не пользуюсь двуручным оружием уже давно, потому что объективно одноручное здесь столько же урона наносит, но... Ну, тупо быстрее. И в этом вся суть. Что же? 15 уровень еще. Ой, как не близко. 16-й. Ну ничего. Ничего. Наколбасили здесь. Уровня подняли. Давным-давно такого не было. Как спуститься, я не знаю. Но ладно, окей. Будем думать в следующей серии, если оно меня здесь определит. Но обычно оно кидает в какую-то сейф-зону. Ближайшую. Я так понимаю, это где-то вот там, да. Примерно. Где мы там были. А если бы не здесь, то хрен его знает. Дальше я планирую в следующей серии вот эти вот фиговины позахватывать. И может быть там еще будут какие-то дополнительные задания. Также дополнительные задания могут быть здесь. Потому что восклицательные знаки. И здесь. Я хочу побегать, повыполнять их, потому что они порой бывают очень интересные. Также здесь людей Раиса заметили в тоннеле рядом с озером. Осман. Это мы тоже поглядим. Я думаю, это все будет интересно, но это будет все в разных и в будущих сериях. Кстати, солнышко садится, да? Ага, ну почти. Тут вот, знаете, графика не супер. Вот по нынешним меркам она не супер, но она классная. Она реально классная и все красиво. Ты не замечаешь ничего, чтобы тебе глаз резало, и это круто, очень круто. Причем пространства достаточно большие, а подвисает она, да, на максимальных настройках. У меня практически всего ничего. Что же, если вам понравился этот Harvest, мало кому он, наверное, может понравиться. Но все-таки, если понравился, ставьте лайк. Если не понравился, ставьте дизлайк. Напишите в комментариях, почему. Также поступайте так, оценивайте все видосы, прям, которые вы смотрите на YouTube, абсолютно все. Поступайте так со всеми видео, которые вы смотрите. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. Ссылки есть в описании. И ба-бай!